Всем привет, ребята, вы на канале Дудаплей, мы продолжаем играть в Hills of Steel. Так, а у нас здесь есть сундуки. Давайте, ребята, откроем сундучки, я же обещал. Так, первый сундук у нас повышение на титан. Так, следующий сундук. Может быть, танк какой-нибудь откроем, но это не точно. Так, титан, кобра, напалм. Так, давайте еще 9 сундуков, еще много сундуков. Будем надеяться, что мы откроем какой-нибудь новый танк. Нет, тут танка нету. Дальше. Так, тоже пока кобра. Ладно, давайте, пожалуйста, новый танк. Нету никого. Еще раз играем. Сегодня будем открывать... О, ребята, нифига себе, новый танк, редкий танк, открываем. Кто же это? Атлас, ребята, мы открыли Атлас. Новый танк. Это просто фантастика. Офигеть. Спасибо. Спасибо за Атлас. Давайте откроем следующие 5 сундуков. Может быть, там еще что-нибудь будет. Может быть, еще какой-нибудь танк. Но это не точно. О, большой этот сундук. Ё-моё, нету никого. Так, давайте еще один. Открываем сундучок. Так. Ну, наверное, если мы танк открыли, навряд ли нам еще дадут одного танка, да? Еще один танк навряд ли получим. Ну, а вдруг? Ага, титан, феникс, авиаудар. Хорошо. Хорошо, давайте выберем... Новый наш танк Атлас. И пойдем, ребята, в бой. Так. Он у нас вообще-то не сильно прокачанный. Ну да ладно. Будем прокачивать. Опа. Да, так, давай иди сюда. О, как медленно у нас набирается патроночки. Надо его прокачивать будет, конечно. Но пока денег нету, поэтому будем... Копить денежки. Ну, Атлас у нас прикольненький танк. На, получай. Во. Тут можно несколько сразу танков уничтожать, смотри. Опа. Ладно, немножко отойдем. А, куда ты вверх, в небо куда-то стреляет. Ладно, здесь надо как-то тоже тактику иметь. Такую, чтобы стрелять. О, меня уничтожили, офигеть. Да... Сколько денег заработали-то? 3 монеты, ребята. Мы заработали 3 монеты. Вот подумай, как вот играть, да, в этом случае. Давайте, крушитель луны. Атлас. Берем, играем за Атласа. Нам нужно заработать побольше монет. Пока что 270 монет у нас. Ну, ничего страшного. Опа, готов. Один танк вражеский уничтожен. Тихо. Так, мимо. Ждем. А, все. Так, идем на них. На, умрите. Умрите. Я вас сейчас всех постреляю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это этот. Какой чувак-то стреляющий, а? Так, подходим поближе. Видишь, у меня, если бы с самонаведением, они не особо без наводки. Ну ладно. Так, идем. Где тут танки? Никого не вижу. Вообще танков нет. Вообще ни одного танка. О, монеты. Монеты, и здесь будут, конечно же, вражеские танки. Так, ладно, соберем сейчас монетки. Мне нужно много монет, ребята. Так, ну, хотя бы 500 монет мы, надеюсь, сейчас заработаем. А, ты куда стреляешь, а? Так, с одним выстрелом уничтожили или нет, что-то я не понял. Ну смотри, у него ракеты там мощные. Надо будет ракеты просто-напросто прокачивать и все. Идем, идем. Так, вот еще едут. Есть. А, нет, 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 нет. Нифига, надо еще раз стрельнуть. Готово. Так, босс. Первый, ребята, босс у Атласа. Это у нас армада. Ох-ох-ох. Так, ладно. Сейчас будем стрелять. О, попадем. Есть попадание. Так, отходим, отходим, срочно. Срочно отходим. Немножко надо отойти. Стреляем дальше. О, есть. Кучу монет мы заработали. 340 монет уже. Мне нужно подлечиться. Давайте подлечимся. Отлично. Такой вот у нас Атлас. Идет, чувак. Так, сейчас посмотрим. Ну, вот он первый. Первый танк едет. А вот и второй, смотри. Тут их много будет танков.
Надо мне... Я их так, конечно, не уничтожу. Мне нужно, видишь, постоянно обойму набирать. А она медленная. Тихо-тихо-тихо. На, получай. И второго сейчас тоже щелкну. Есть. А нет, ты еще живой? Какой ты живучий, слушай, а? Так, идем дальше. Вот такой вот у нас танк, ребята. Атлас. Я считаю, он очень хороший. Неплохой такой танк. Никого нету. Сейчас подождем. Кто-нибудь. Где-нибудь. Алло, а где все танки? Что-то мне кажется, я один здесь хожу. По этой лунной пустыне. А, вот они подошли, да? Сейчас, подожди. Тихо, 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 тихо. Ты что творишь? Есть, уничтожили. Все, подкрепились. На 380 монет всего лишь, это мало. Так, есть. Один. И второй сейчас, второго сейчас щелкнем. Еще один ударчик. О, там их много, ребята. Надо отступать, отступаем. А-а-а, смотри, я его, и он меня уничтожил. Да, 398 монет. Конечно, я хотел 500-очку, но не получилось. Ладно, сейчас мы еще раз пойдем атласом. Атласом, где выбираем мы классический вариант и крушитель луны. Берем атласа. Все, поехали. Сейчас посмотрим, какой будет у нас рекорд. Ага, так, первого. Ну, первого мы хорошо щелкаем, потому что у нас заряд максимальный. Опа, готов. Так, давайте немножечко подождем. Ну, видишь, это больше нет никого. Кстати, я хотел передать привет сегодня Эльзе, Андрею и Елизавете. Ага, передал привет. Так, ребята, хорошего настроения, отличного дня, хороших каникул. Также, если ты хочешь, чтобы я тебе передал привет, да, то напиши в комментариях «Привет», я тебе обязательно передам. Ты должен быть подписан на канал, конечно же, и поставь лайк этому видео. И в следующий раз я передам привет именно тебе. Ну а мы продолжаем прокачивать танк Атлас. Такой вот у нас Атлас. Неплохой, хороший танк. Пока медленно заряжается, но... Потому что он еще у нас совершенно не прокачанный танк. Совершенно мы его еще не прокачали. Ну, я думаю, это все дело времени. Прокачка Атласа. Смотри, мы уже играем получше. Смотри, уже здоровья там много еще. А уже много прошли. Так, вот этого сейчас щелкнем. Есть. Так, и осталось немножко совсем у нас. Кстати, игрушку обновили недавно. Hills of Steel. Так, ну я пока эту серию не... Эту игрушку пока я не обновлял. Так, лазерная пасть. Ну, кстати, надо будет посмотреть в гараже, есть ли скорпион. О, куда-то далеко прям я выстрелил. Давай уже, едь ко мне. Где ты там? А, вот он. Опа, нифига, нифига, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. На, получай. Сейчас, подожди, я восстановлю свои ракеты. Так, мимо. Он еще мимо стреляет, вообще непонятно. Как, него, как им пользоваться этим атласом? Так, мы попадем в него? Да, попали. Есть попадание. Под гусеницу прям. Есть, уничтожили. Уничтожили мы, ребята, с вами вражеский танк. Забираем ремкомплект. И сейчас посмотрим, посмотрим. О, 468 монет, уже хорошо. Сейчас так потихонечку будем зарабатывать. Атласом. Идем, идем, идем. Где тут кто? А, вот смотри. Танк первый есть. Сейчас, кстати, много танков будет. Сейчас их прям десятки, десятками. О, монетки. Где монетки, там и вражеские танки. Сейчас, смотри, смотри, сейчас налетят. А где? Что-то не понял, никого нету. Ладно, заберем монету, спасибо. А, вот вы, ребята, идете. На. Так, я два танка уничтожил. Ух ты. Атлас прикольный, слушай.
Прикольненький такой танк. Мне нравится. Так, главное сейчас... Вот сюда встанем сейчас. Во! Хорошо. Давай, Атлас. Я в тебя верю. Так, как же здесь вот этого щелкнуть надо? Вот так, на, получай. Готов. Так, ждем, ждем. Никого нету, смотри. Но мы уже Атласом заработали до 500 монет. Так, вот еще один танк, ладно. Тихо, бомбочка. А, вот едет, смотри. А я-то тебя вижу, чувак. Я сейчас прям в тебя буду стрелять. Ага, у вас несколько уже, смотри. Несколько танков уже. Двое стояло. Вот такой вот. Ребята, если нравится Атлас, то напишите в комментариях. Или просто лайк поставьте. Ох ты, смотри, сколько их тут стоит, а? На, получай. Есть. Так, тут вообще замес какой-то. Ё-моё, смотри, что творят. Что творят? На, есть, готов. О-о-о. Сколько? Два танка вражеских. Так, еще один удар, есть. Уже 558 монет. Ах, уничтожили меня. Ну ладно, хоть монетки мы собрали. Ох, ребят, ну что ж, будем заканчивать серию. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пишите комментарии, передавайте привет. Всем пока-пока.